Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день публикуется огромное количество видео по танкам. Если вы хотите абсолютно ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала. Дело в том, что на одном из этих каналов уже более 56 тысяч человек отдали предпочтение моим роликам и подписались на тот канал. Ссылочку найдете в описании, подписывайтесь на этот канал в том числе, буду благодарен, если прожмете лайкос под данным видео. Ну и конечно же не забывайте прожимать колокольчик. Ребят, данное видео я хочу начать с того, что было написано в электронном письме, в котором мне прислали видео с открытием контейнеров. Прислал это видео Андрей. Андрюх, спасибо тебе большое. И он написал следующее. ГСН, привет. Меня зовут Андрей. Я смотрю тебя уже больше года. И специально копил 100 контейнеров бомбических для того, чтобы за одно видео открыть их все и попросить тебя опубликовать это видео у себя на канале, если, конечно, тебе не тяжело. Андрюх, спасибо тебе большое за присланный видос, потому что я такого себе позволить однозначно не могу. Ребят, сейчас вышел розыгрыш на контейнер бомбический, и здесь 20 контейнеров можно забрать в виде главной награды. Если вы хотите посмотреть мое открытие данной рулетки, то переходите по ссылочке, которую найдете в описании. На основном канале уже выложен соответствующий видос. И да, здесь в бомбических есть чем поживиться, но не всем и не всегда везет. И здесь, ребят, их только 20, а Андрюха открыл целых 100, то есть в 5 раз больше. Как это было, давайте смотреть все вместе. Я, честно говоря, видел только первый контейнер, как обычно, для того, чтобы обрезать начало видео. Ну а дальше смотрим с вами вместе. Ну что, погнали. Итак, ребят, первый контейнер я буду записывать только голду и танки, потому что записать все нереально. Черные ящики 750 с золотом. Потом подобьем обязательно калькуляцию, посмотрим, что получилось по золоту в целом. Контейнер третьего уровня еще 400 голды. Но слушайте, жирненько, жирненько. 300 с золотом. Блин, я не представляю, сколько времени это займет. Ну, где-то минут 20, наверное. Готовьтесь, ребят, открывать будем долго. Еще 500 золота. Мистический контейнер. Из мистика, нет. Из мистика, нет. Открывает следующий контейнер. Еще 100 голды. Я даже не представляю себе, сколько стоили 100 контейнеров и где он как набирал эти контейнеры. Но явно из разных рулеток, плюс покупая где-то в магазине. И, ребят, пишите свое предположение, сколько это все могло обойтись. Потому что мне кажется, что это где-то в районе миллиона золота обойтись должно было точно. Может, я, конечно, ошибаюсь, не знаю. 10 тысяч свободки, ключ от запертого контейнера. Ну, что-то голда перестала падать. Голда перестала падать. Мистически 750. Чуть не сглазил я Андрюхе. Но давай. Давай насыпай, родимая. Ничего нет в мистическом контейнере. Ну, мистики в последнее время подводят. По крайней мере, мне так кажется. 10 тысяч свободочки. Мне кажется, что мистики выдохлись. Выдохлись и в последнее время нормально не дают. Ребят, пишите свое мнение в комментариях на эту тему. Делитесь вообще, в принципе, своим мнением, потому что я больше чем уверен, что ваше мнение будет интересно и другим зрителям в том числе. 7 дней према. Но собери их все и бомбический контейнер. Еще один. А, ну там же выпадает. 10, 10 открыл и на 10 тебе падает. 1000 золота и собери их все по талисманам, как я понимаю, собрано. Мистический контейнер. Но давай, родименькая, давай. Контейнер второго уровня, то есть были собраны талисманы. Но ах, блин, я так рассчитывал на фон профиля или анимированный аватар хотя бы на десяточку, чтобы выпал. Жаль, конечно, что не выпадал. Собери их все. Рамфпанзер, ребят. Рамфпанзер. Рамфпанзер выпадает. Восьмерка, но, слушайте, коллекционная. Тоже, в принципе, неплохо. 200 голды. Но, слушайте, первый танк есть. Первый танк есть. Интересно, сколько их вообще будет. Но 200 золотом. Вообще меня интересуют десятки, будут или нет, потому что, ну, согласитесь, контейнер это не дешевая. Рулетка на контейнер 10 тысяч золота! А вот это уже интересно. Вот это уже интересно, ребят.
Вообще рулетка сама стоит 70 косых, и в конце вас ждет только 20 контейнеров. То есть, в принципе, ну многовато. Многовато платить за рулетку за такую. Наверное, я с миллионом голды я погорячился, но открытием на миллион это назвать точно можно. Ну, я имею в виду образно. Может, не на миллион, конечно, золота, но все равно, блин, 100 контейнеров. Я бы с удовольствием открыл, если бы у меня появилось вот так вот, знаете, бац, и у меня в хранилище 100 контейнеров, я бы посидел, пооткрывал. Там действительно, наверное, адреналин у Андрюхи зашкаливал. Куда-то золото все пропало. Верните золото на место, товарищи. Верните золото. Коро 45 тонн! Коро 45! Вот она первая десятка. Вот он, корошник выпадает. Слушайте, классная машина. Там поговаривают, что его типа понерфили. По факту нет, ребят, абсолютно нормально машина играется. Я лично никакой разницы не особо не прочувствовал. Да, там немножечко как-то со вторым снарядом приходится на долю секунды какие-то подождать дольше, но я не могу сказать, что это прям действительно убило танчик. Так что коро 45 тонн это очень жирно. Очень жирно, когда выпадает. 750 золотом. Ключ от запертого контейнера и больше ничего ценного. Ну, не знаю, может свободка. Еще один бомбический 500 голды. Тайп 57! Тайп 57! Еще 200 золотом. Но черный ящик 200 голды. Что у нас в черном ящике? Еще 200. Нормальненько. Но маловато. Прям скажем, маловато. Собери их все, 100 золота. А, нету ничего, блин. Жаль. Черный ящик и... Ну давай черный ящик следующего уровня, что ли. Нет, еще сотка просто выпадает. Еще 100. Да чё ж так мало-то? Ну чё ж так мало? 400. Собери их все и сотня. А из собери их все тупо не падает, короче, ни черта. Просто не выпадает. Собери их все, 200. Ну, неинтересно. Неинтересно становится по собери их все. Как-то слишком много контейнеров собери их все открыто. И то же самое мистиков касается. 750 голдоя из мистического. Будет мистик? Нет, еще один. Ловец молнии тоже не анимированный. Что, кстати, прискорбно. Так за десятку продать можно. Три косых, ребят! Три косых приземляется. И все равно ничего. И все равно ничего из мистика. Ну почему так несправедливо? 1000 золотом. Собери их все. Не дает ничего. Но слушайте, тут получается более 100 контейнеров бомбических, потому что 100 контейнеров и плюс еще же за каждые 10 по конту. То есть как минимум 110 контейнеров здесь пооткрывали. Ну, скорее всего, в районе 110. Это я так, плюс-минус считаю. Для ровного счета. Мистический контейнер. Но, давай. Давай, родимый. Ничего не получается. Слушайте, ну открывать и открывать еще. Еще целых 60 контейнеров. Черные, 3000 голды. 3000. Еще 300 золотом. Но. Черный ящик. Черный ящик. Но. Давай. 400 максималку выдает из контейнера первого уровня. Здесь у нас что? Ключ от запертого контейнера и еще 200 голдой.
Но что-то танки закончились, блин. 3 танка за такое количество открытых контейнеров, это мало. Это мало, ребят. Я считаю, что пока контейнеры, ну, наверное, убыточные все-таки. Даже факт того, что тут голда хоть как-то падает, все равно не то. Все равно не то, чего ты ожидаешь однозначно. Хотелось бы, чтобы танки падали. Да получше. Такие там девятки, десятки, чтобы приличное что-то приземлялось. В конце-то концов. 3000 золотом. Но! Нету танка, блин. Ну нету их, хоть ты лопни. А собери их все. Собери их все, дает 1000 голды чисто гарантам, вот их по талисманам. И слушайте, ну я расстроен, реально, уже сбился со счету по количеству собери их все, и реально из этих собери их все ни одной машины не выпало. Даже хоть какой-нибудь, хоть что-нибудь бы упало, и то было бы поинтереснее. Половину прошли, ребят, 50 контейнеров открыто, 200 золотом. Еще 200. Слушай, Андрюх, ты знаешь, я вот смотрю сейчас твое открытие, и Шкода Т56. Шкода Т56. Грешил, и вот она. Так это, Андрюха, мысль, что хотел закончить. Ребят, если вы смотрите это видео сейчас и не перемотали этот момент, поддержите меня в комментариях, пожалуйста. Андрюх, ты в следующий раз, вместо того, чтобы самостоятельно открывать эти контейнеры, лучше пришли их мне на основной аккаунт. Ну, реально, во-первых, я открывать буду с другими эмоциями совсем. Во-вторых, ты мучиться не будешь сидеть тратить время свое. Зачем тебе этим заниматься всем, в конце концов? Так мне прислал, я всю работу за тебя сделал, да и делов-то. Ладно, шутки шутками, спасибо тебе большое за присланное видео. Но, давай, 750 золотом. Родимый, болею за тебя, как за себя. Вот серьезно, я понимаю, что вот это все уже произошло, но все равно какого-то рода адреналин такой внутри есть. То есть я вот сейчас это смотрю, понятное дело, первый раз, и для меня каждый открытый контейнер так, как будто бы он прям при мне сейчас открывается. 200 голдой мистический. Ну дай мистический сертификат. Дай мистик. Зараза ты. Сотка. Черный ящик, 10 тысяч свободного опыта. 400 голды. Что здесь? Опять собери их все. Ух ты, СТРВК! СТРВК! СТРВК, это неплохо, слушайте, десяточка приземляется. Десятка падает, того две десятки за все открытие. Ну, не знаю, наверное, лучше, чем ничего. Бывают такие открытия, при которых прям сидишь, плачешь, а здесь, ну, хоть что-то есть. Хоть что-то есть, хоть какие-то десятки попадали. Еще соточка голды. Ну, вот честно говоря, вот смотря открытие 100 контейнеров бомбических, понимаешь, что 100... Это Шкода Т56 еще раз, получается, падает. Значит, компенсация серебром, если я правильно помню. А это плохо. Это плохо, конечно. Еще косарь голды. Мистик. Ну, мистик, короче, в своем репертуаре. Ничего интересного. Не на что там смотреть в этих мистических контейнерах. Я разочарован в отношении мистиков по полной программе. Черный ящик. 300 золотом. Пятьсот голды. Дальше не падает ничего. 1000. Но, как я понимаю, это опять-таки гарант упал. 750. Ими опять мистический контейнер, из которого всего лишь сотка падает. Ну, блин, не смешно реально. Давай еще лучше танков насыпь каких-то человеку. Потому что вот эти вот по 100 голды, это и по одному... Один бустер золота! Один!
Ну это издевательство, реально. Ну какой один бустер голды из контейнера? Опять один бустер 200 золота, там, блин. Ну даже не знаю, ну тут хорошо, окей. Ящик третьего левела. А из него всего лишь 400, то есть минималку выдало, ребят. Выдало минималку. Открывается дальше. Вообще золота нет. Вообще нет ни золота, ни контейнеров, ни танк. Вот сейчас должен быть танк. Танк! Огонь! М4Ё! Или Ю, как он там правильно называется. М4Ю, давайте я его назову. И 750 золота, чуть не забыл записать в копилку. Собери их все. Даже могу не смотреть, знаю, что там ничего не будет. Стопудово. 26 контейнеров, ребят, еще впереди. 3/4 пути пройдено. 500 золотом. Ну, давай. Давай голды сыпь. Бурасик приземляется. Но мистический. Дай еще мистический сертификат на что-то. Сотня и все, блин. 1000 золотом. Не обратил, правда, внимания, это чисто по талисману было или это выпало прямо из контейнера. Но, что у нас получается здесь? Еще косарь голды. Еще косарик. $200. Грусть-тоска. Грусть-тоска. Вообще, честно говоря, вот это вот открытие контейнеров, оно какое-то такое, блин, как на качелях катаешься, знаете, вот сначала такое внизу болтаешься, потом бац, наверх тебя подкинуло. Вот, Кейлер 750. Кейлер и 750 золотом, и плюс отсюда еще 200. Блин, не успеваю записывать, реально. Вот то, что я говорил, реально как на качелях. То ты постоянно внизу где-то болтаешься, как вот сейчас, сотни голды. То тебя подбрасывает наверх и дает тебе там какую-нибудь восьмерку или десятку коллекционную. Ну, то есть, блин. Реально прыгающее настроение, знаете, такое, блин, от уныния к дикому веселью. Мистический контейнер второго левела. В два раза больше шансы получить мистический сертификатик. И нет его там, но зато мистик третьего левела. Слушайте, так мы тут еще и посмотрим на открытие мистика третьего левела. Здесь точно сертификат... 1000 голды! Сертификат третьего уровня, который, чтобы собрать, надо открыть два... Я не знаю, короче, там сколько получается, ребят, посчитайте сами. Только 10 контейнеров второго уровня надо открыть. А чтобы открыть 10 контейнеров второго, надо для каждого открыть 15 контейнеров первого уровня. Ну, чума, короче говоря. И на выхлопе получаешь 1000 за все эти контейнеры. Ребят, если досмотрели до этого, 10 тысяч золота! Если досмотрели до этого момента, напишите в комментариях, сколько необходимо открыть мистических контейнеров первого уровня для того, чтобы открыть мистик третьего уровня. Вот мне просто интересно ваша математика, ваше мнение. Я лично считаю, что дохрена. Насколько я прав, тут жду ваших комментариев обязательно. Но, давай, черные ящики и 500 золотом. Я не знаю, может, дни према надо было еще записывать как какую-то ценность, но не вижу в этом никакого смысла. Еще 100 золота. Еще один контейнер с голдишкой. Контейнер третьего уровня. Ну, поднимет выше. Давай четвертого, не жмоться. Нет, ни хрена. 700 и до свидания. 700 и до свидания. Не поднимает выше третьего уровня никак. Контейнер... 200 голды дает и черный ящик. 400 золотом. Ну, маловато. Ребят, потихоньку подходим к финишу.
15 тысяч свободного опыта, ключ от запертого контейнера. Надеюсь, Андрею он когда-нибудь пригодится. Еще один бомбический и 200 голды. Танки будут еще или нет? Осталось-то совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть осталось. Черный ящик, 100 золота. Из черного ящика второго уровня и 400 голды. Ну, не знаю. Не верю в то, что пойдем выше. Нет, не пошли никуда. Просто 500 сверху. Ну, давай. Давай. Давай танк на финише. 6 контейнеров осталось, если я правильно увидел. 750 голды. Нет танков. Нет танков. И, ребят, ну, мне очень обидно, честно говоря, за Андрюху, за такое открытие. Братка, я понимаю, что ты возлагал большие надежды на эти контейнеры. Но надеюсь, я тебя порадую хотя бы тем, что твое видео я опубликую, как ты и просил, потому что оно действительно того стоит. Все, ребят, 2 контейнера остается, голда вообще перестала какая-то выпадать, мистик выпадает, 200 золотом, что в принципе как бы ни о чем в глобально-мировых масштабах. Плюс еще 200 голды и что тут у нас получается? Последний контейнер. Последний контейнер здесь, 7 дней према. Все, ребят, это все открытие. Ну что, давайте так, я возьму пару секунд времени, точнее, наверное, пару минут времени на то, чтобы подбить на калькуляторе итоги. И сразу возвращаюсь к вам для того, чтобы рассказать вам, что во что обошлось и как. Итак, друзья мои, посчитал я на калькуляторе, что получилось, и давайте сначала пройдемся по танкам. Что в итоге Андрюха получил открытием вот этих вот, по моим подсчетам, 110 все-таки бомбических контейнеров? Он получил себе Раумфпанзер, получил себе Каро 45 тонн, типа 57-го, два раза ему выпала Шкода Т56, СТРВК, М4Ю, Бурасик и Кейлер. Это то, что выпало ему по танкам. Ну а в отношении золота, которое ему выпало, то суммарно голды ему насыпало 64 600. Я не знаю, во сколько обошлись эти 100 контейнеров, поэтому говорить о окупе, не окупе, выходе в ноль, я не осмелюсь. Жду ваших комментариев под данным видео. Андрюш, тебе огромное спасибо за присланный видос. Не воспринимая серьезно то, что я тебе сказал по поводу того, что в следующий раз лучше эти контейнеры присылай мне. Ребят, спасибо вам большое за просмотр данного видео. Спасибо за лайк под данным видосом. Если вы хотите вообще ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала, в том числе на основной канал, ссылочку на который вы найдете в описании к данному видосу. Повторюсь еще раз, там уже 56 тысяч подписчиков отдали предпочтение моим видео. Спасибо вам большое, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.